Шеф-повар Максим Григорьев. Салат с курицей и морской капустой. Морская капуста – один из самых полезных продуктов, которые можно добыть из морских глубин. Она содержит в себе необходимые нашему организму аминокислоты, витамины, микро- и макроэлементы. Многие народы даже используют морскую капусту в лечении разных болезней. Поэтому готовить салаты из морской капусты желательно круглый год. Время приготовления – 45 минут. Ингредиенты. Куриное филе 300 грамм. Лавровый лист 1 штука. Майонез 4 столовые ложки. Морская капуста 150 грамм. Огурцы соленые 80 грамм. Соль 1 чайная ложка. Сыр плавленый 100 грамм. Хлеб черный 50 г. Шаг 1. Для работы нам понадобится куриное филе, маринованная морская капуста, соленый огурец, плавленый сыр, черный хлеб, майонез, соль, лавровый лист. Шаг 2. Соленые огурцы, 80 грамм, и плавленый сыр, 100 грамм, нарезать небольшими кубиками. Шаг 3. Черный хлеб, 50 грамм, нарезать небольшими кубиками и на сухой горячей сковороде подсушить до состояния сухариков. Шаг 4. Куриное филе, 300 грамм, отварить до готовности с солью, 1 чайная ложка и 1 лавровым листом. Охладить и нарезать мелкими кусочками. Шаг 5. В миске соединить морскую капусту, 150 грамм, куриное филе, сыр, огурцы, майонез, 4 столовые ложки. Перемешать. Проверить на соль. Шаг 6. Перед подачей вмешать в салат подготовленные сухарики. Шаг 7. Салат готов к подаче. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.